Добрый вечер, такой тихий вечер, уже закат солнца идет, солнце у нас с другой стороны заходит, уже показалось, вот луна, месяц виден, бледный месяц, но виден. Так, дома розовеют. Разукрашиваются розовым цветом. Макушки домов видно. Становятся красивыми. У меня такое стихотворение есть. Закат такой же, как в Перми. Как будто и не уезжала. И вот уже зажглись огни. Луна печально задрожала. И грустно мне, уходит лето, а я брожу, ища ответа, и мира нет внутри меня, ищу огня средь бела дня. Вот лето уходит, а вместе с летом и жизнь наша постепенно тоже уходит, с каждым днем, с каждой минутой. Но вот эти вот красоту жизни, конечно, надо ее замечать, видеть и не забывать. Серые дожди прошли. И вот такое у нас сегодня день был хороший, очень теплый, солнечный. Теперь хороший такой вечер. Какое-то облако там. Странные. Сейчас посмотрим. Темная какая-то полосочка. Всем спокойного вечера и спокойной ночи. Предстоящий.